До нас сьогодні завітала логопед, корекційний педагог Світлана Сіпсова. Вітаємо вас. Добрий ранок. Холодне материнство – досить нове поняття, дуже мало про нього написано в інтернет-мережі, взагалі у підручниках такого немає. У вас хотіли б запитати, що ж це за нове таке поняття і до кого його можна віднести? Якщо зручно, я хотіла перейти на російську Звісно. мову. Добре. Да, действительно, хочу поздороваться со всеми мамами, потому что мама для каждого ребенка – это весь мир, это жизнь, это начало и продолжение. И мамы как пуговички, на них все держится. Но исходя из того, что очень много увеличилось речевых нарушений, в Европе происходят исследования, и появилось такое понятие, как холодное материнство. Холодное материнство – это значит холодная мама, ну, если расшифровать. Но на самом деле это не так. Да? У каждой мамы возникают вопросы. Рано родила, как бы, ну, не так, да, плохо. Отдала рано в детский сад, тоже плохая мама. Не віддала з дитячого садочку, також погано. Також погана, да, також плохая, тоже плохая мама. Поэтому, скажем так, дети реагируют на состояние мамы адекватно и переживают, да, как бы. Я тоже мама, поэтому для меня эта тема очень трогательная, и я с волнением о ней рассказываю, потому что тоже была в декрете и тоже думала долго в декрете, потому что как бы нужно идти. А со старшей дочерью я пошла рано на работу, когда было ей 9 месяцев, а потом думаю, ну нет же, нужно вернуться и воспитывать. Так что же такое холодное материнство и как его рассматривают в Европе? Существует два таких понятия, как бизнес-мама и бизнес-леди. Бизнес-мама – это мама, которая по ходу своих обстоятельств становится очень занятой мамой. А бизнес-леди – это мама, которая принимает решение стать бизнес-леди, ставит бизнес в первую, ну, на первое место. И она лидер, она осознанно к этому идет. Так вот, чаще всего у бизнес-леди возникают некоторые моменты в воспитании с детками. Если мама совсем уже ставит на первое место работу и бизнес, да, то, как правило, ребенок начинает требовать много своих «хочу». Вот. А у бизнес же мамы все развивается по-другому. Бизнес-мама, она работает, потому что ей нужно работать, нужно зарабатывать деньги, нужно растить ребенка, и остается очень мало времени для того, чтобы выслушать его. И таким образом здесь тоже происходят моменты, которые отдаляют маму от ребенка. Вот как бы вот эти два фактора очень влияют на развитие детей в раннем возрасте. Также хотелось бы узнать, вот бизнес-мама, бизнес-леди, что в одном, что во втором случае, они очень мало времени уделяют на воспитание ребенка, но пытаются его восполнить какими-то подарками, выполнением абсолютно Да, всех требований совершенно ребенка. верно. Как это влияет на само воспитание ребенка и действительно ли это настолько негативно? Возможно, сейчас мы, да, как бы всколыхнули такую тему. Мам много, у каждой мамы пошел свой отклик, свое внутреннее какой-то диалог. На самом деле это нормально. В Европе каждая женщина становится мамой после 30, да, и они проходят этот этап бизнес-мамы и либо бизнес-леди. И действительно, вот как ты говоришь, чаще мамы заполняют этот промежуток, либо вот я хочу машинку, да, вот, пожалуйста, тебе хочу, что же ты как бы еще хочешь, да, от меня, у тебя же все есть. А бизнес-мама обычно, да, так реагирует. Дальше, обычная мама, да, тоже, которая очень занята, она тоже хочет дать своему ребенку лучше, она в детский сад готовит все самое лучшее и так далее, и так далее. Но из всей этой темы есть более важная тема, так как я логопед, поэтому я здесь вижу свой контекст нарушения, да, и задержка именно речевого развития. Потому что существуют когнитивные функции, которые очень важны, это функции головного мозга. И именно эти функции влияют на развитие, на общее развитие и на развитие речи ребенка. Именно поэтому я затронула тему. Я еще раз говорю, я мама, я люблю своих детей, каждая мама любит и обожает. Но в современном мире возникло очень много, да, как бы проблем именно с речевым.
Вот с как ключевыми задержками. бизнес-мама, бизнес-леди, отсутствие мамы в развитии, воспитании ребенка влияет на его развитие когнитивных функций и потом же на развитие речевого аппарата? Смотрите, Инна, давайте мы вот уже отойдем от темы бизнес-мама и бизнес-леди, потому что мы затронули за живое. Каждая мама для своего ребенка хочет лучшего, но вот так трактует это Европа на сегодняшний день, да? Я немножечко от этой темы отойду к теме когнитивных функций развития, да, речевого. Что происходит, когда ребенок очень мало видит маму, да? Либо он мало с ней общается, потому что мамы же есть бизнес-мамы и бизнес-леди, которые уделяют максимум своего внимания ребенку. Что такое уделить внимание ребенку? Это прийти вечером, выслушать его, да, то есть быть первой для него, потому что если мама не выслушивает ребенка, ребенок находит, где высказаться, да, обязательно. Ребенок либо закрывается, когда мама не общается, таким образом происходит задержка речевого развития, это эмоция печали, то есть я никому не нужен. Либо есть дети, которые включают наоборот агрессию, таким образом привлекая внимание. Эти уже дети гиперактивные. И в современное время, почему ребенок становится еще более гиперактивным? Потому что очень много информации, да, его окружает, и он не успевает ее поглощать. Ведь раньше дети ходили в театр, они ходили в кино, где информация подавалась дозированно. Даже телевизионные программы, была программа, да, где был четко Специально мультик, детская да, программа. мультик в такое время, театральная какая-то постановка в такое время. Сейчас современные родители приходят с работы, и они в основном чем заняты? Какими-то хлопотами, да, домашними. Домашним. Ребенок погружается больше в интернет, либо он общается в чате со своими друзьями, либо он смотрит видео, либо он играет в какие-то бродилки. И вот именно вот эти факторы передозировки информации, они тоже очень влияют на формирование эмоциональной сферы ребенка. Потому что очень часто плачет, вот я сейчас ему дам телефон, Вот, многие все родители радуются, отлично. что они могут занять своего ребенка какими-то Да. электронными гаджетами, еще и говорят, вот он же у меня вундеркинд, он такой маленький, а уже может сам найти Конечно. себе какое-то видео. Да, поэтому и возник этот термин «холодное материнство». В частности, на сегодняшний день психологами Европы рассматриваются два фактора «мама-бизнес», да, и «мама-леди», которая осознанно приходит к этому решению. Вот, вернемся к когнитивным Да. функциям, да. Когнитивные функции – это очень важные функции головного мозга. Это речь, это память, это внимание, это логика. И по роду того, что ребенок не получает должного внимания, а он сам фокусируется, то есть он развивает только визуальный свой спектр восприятия информации, эту информацию мамы не объясняют. То есть, потому что мы не можем проконтролировать очень часто, что ребенок увидел, что он услышал. Поэтому вот эта взаимосвязь между мамой и ребенком, она должна быть, ну, до определенного момента. Каждая мама принимает решение, то ли это до 12 лет, то ли это до 17 лет. Вот. И когда ребенок не получает взаимосвязи с мамой, функции когнитивные, происходят искажения. Вот. Таким образом происходит искажение внимания, это гиперактивность. То есть дети не знают, где ему фокусироваться, потому что вот он привык поглощать много информации. Дальше происходит искажение речевое, потому что многофункциональность, тоже опять же много информации, и ребенок ее поглощает, но он не имеет возможности ее воспроизводить, потому что, ну, нет кому его послушать. Очень часто в моей практике приходят мамы, у которых есть няня. И это здорово, что мама нашла выход, да, того человека, который действительно может слышать, может развивать ребенка. Но чаще бывает, что мамы часто меняют няню, потому что, ну, якобы ребенок не находит общий язык. Но а ребенок таким образом требует к себе внимания. Он отторгает, да, там, эту женщину, вот, либо девушку, для того, чтобы мама обратила Требует внимание. маму. Конечно, да, требует внимания мамы.
таким образом. Вот что вы могли посоветовать женщинам, которые, ну, по роду деятельности действительно у некоторых это вынуждено, некоторые сами выбирают, что они занимаются бизнесом для того, чтобы обеспечить будущее своим детям, и они хотят действительно, чтобы ребенок нашел общий язык с няней. Действительно ли выхода нет и нужна ребенку именно только мама? Или же есть выход и нужно просто найти нужную няню, которая найдет подход? Няню можно брать и нужно брать, если вы приняли решение, да, заниматься бизнесом, заниматься активно, то есть самореализоваться. Но очень много мам, которые берут нянь с рождения. То есть это няня, например, там, с 6 или с года. И вот ребенок приходит, и уже у него есть няня там, в 5, в 6, даже когда в первый класс, начальная школа. Вот я считаю, это правильный выбор, потому что ребенок находится в одной и той же психологической обстановке. Даже в этом случае бывают речевые моменты. Но они не всегда связаны с тем, что ребенка не слышат, бывают анатомические нарушения. Вот. Хочется очень обратиться к мамам. Вот у меня был такой случай, пришел мальчик на занятия, вот он сидит и грустит. Чего ты грустишь? Что случилось? Он говорит, я вот думаю, как сделать так, чтобы мама меньше работала. Я говорю, а почему? Ну, потому что я хочу с ней больше, как бы, да, поиграть. Вот я хочу построить корабль летающий. Я говорю, а ты маме говорю? Ну, нет, она же занята. Я говорю, а ты скажи. Проходит какое-то время, там, два, по-моему, дня, и мама мне пишет. Светлана Александровна, вот нас в пятницу не будет, потому что мы уезжаем за город. Я говорю, ну, хорошо. Очень мало, говорит, времени провожу с ребенком. И вот мы хотим, пока теплые дни, вот осенние, побыть вместе. Хорошо. Они приезжают, во вторник приходит мальчик, у мальчика горят глаза и у мамы горят глаза. То есть вот этот момент, просто я рекомендовала леди и бизнес-мамам просто прописывать в своем расписании, что у некоторых на полгода расписание, да, там, вот это, эти два часа или эти два дня, вот это только семейные, да, дни, все. И вот мудрые мамы действительно и папы, они так и поступают. То есть вплоть до того, что отключен телефон, они не отвечают, их нет в интернете, они не отвечают на какие-то звонки. Это семейное, да, как бы время, все. То есть это святое, я считаю. И поэтому я в какой-то степени, конечно, согласна с терминологией «холодное материнство». Она, конечно, ну такая жестковатая, согласись. Ну, тем не менее, да. Ну, тем не менее. Зато отрезвляет и заставляет подумать со стороны, посмотреть. Да, возможно, да. Возможно, ты права, и каждая мама в себе какой-то отклик находит. По поводу того, какие же все-таки проблемы в речи у ребенка могут возникнуть при холодном материнстве? Какие уже последствия? Какие последствия при холодном материнстве, как я уже говорила, вернусь, это нарушаться в первую очередь эмоциональная сфера. У гиперактивного ребенка возникают проблемы с нарушением слоговой структуры. У этого ребенка у него гиперактивность не только внешняя, эта гиперактивность идет с головного мозга, как я уже говорила, потому что нарушены, искажены. То есть они корректируются, но надо время. Искажены когнитивные функции. И гиперактивность это отражается и на артикуляции, и на языке. И на моторике, то есть ребенок неаккуратно или вообще не любит разукрашивать и писать. Либо когда эмоция наоборот печалит, то есть ребенок просто печалится, он любит больше сидеть сам в уголочке, даже в каком-то, может быть, шкафу со своими игрушками, то здесь происходит гипотонус, то есть он не говорит и язык не активен. То есть у него тело все неактивно, он не хочет гулять, он не хочет активности никакой. И таким образом это тоже отражается на речевой деятельности. То есть мы делаем массаж, мы активируем речевую деятельность через массаж логопедический. И плюс рекомендации мамам, которые заинтересованы в том, чтобы восстановить эти искаженные когнитивные функции, в данном случае речь. Но речь за собой влечет и логику, и другие функции. Если мама видит уже первые звоночки того, что у ребенка есть такие нарушения, действительно искаженное восприятие, может ли она действительно исправить эту ситуацию? И достаточно ли того, что она будет больше времени уделять ребенку и, как вы сказали, вносить в свое расписание действительно семейные дни? Да, Инна, действительно, да, ты права. Если только вот сегодняшняя передача как-то отозвалась, да, в сердце мамы, даже с критикой, то есть
есть, ну, все индивидуально, ну, то есть, там, допустим, я не права, да, допустим, там, психологи в Европе не правы, но такая тенденция существует, и она на сегодняшний день актуальна, и у нас в городе есть психолог, которая эта тема очень интересна, да, поэтому можно обращаться в личное сообщение, я порекомендую, потому что эта тема очень широко поднималась на конференции психологов в Киеве. Поэтому, пообщавшись со своей коллегой, мне стало очень интересно, и я начала смотреть здесь свои точки соприкосновения. Вот, ну почему? Потому что психология, логопедия – это, по сути, единое целое. Это те же когнитивные функции головного мозга. Спасибо вам большое за то, что действительно поняли такую актуальную тему, которую, возможно, как вы уже сказали, не каждая мама готова принять, что у нее холодное материнство, но я думаю, что некоторые действительно задумаются, смогут исправить эту ситуацию. И напоследок хотелось бы несколько советов, буквально 1, 2, 3, для наших мамочек. Как обратить внимание, на что стоит обратить внимание в воспитании своего ребенка и что действительно является звоночком для того, чтобы начать бить тревогу и менять полностью свою тактику? Угу. Что может стать звоночком? Это когда ребенок просто молча пошел и лег спать. Это когда ты спрашиваешь у ребенка, как дела, что было в школе, а он говорит, все нормально. Ну, то есть дети, они очень на самом деле общительные, они рассказывают очень много информации, поэтому, когда вот уже ребенок строит какой-то барьер с тобой, ну, стоит найти время, пойти поиграть, я не знаю, в парк, в листья, вместе приготовить пиццу, там, я не знаю, ну, то есть найти общее соприкосновение, и тогда в процессе этой деятельности ребенок раскрывается. Вот у меня вчера из Киева написала интересную сообщение женщина-психолог по арт-терапии. Она говорит, вот вы как бы лайкнули мою тему, вы хотите прийти? Я говорю, не, мне интересно, как вы работаете? Она говорит, я работаю индивидуально с детьми, индивидуально с родителями. Я говорю, а вы как видите? Она мне говорит, я вижу, чтобы это было совместно. То есть, когда совместно, это объединяет. И в наше столь активное время это очень важно на самом деле, чтобы семьи были вместе, да, в различных ситуациях. В парке, я не знаю, на кухне вместе ужинали, в выходной, возможно, что-то готовили. И таким образом в непринужденной беседе дети раскрываются, родители видят связь и чувствуют это, что они родители. Поэтому неспроста, как бы, да, Европа заявила о таком термине, как холодное материнство. Спасибо вам большое.